Приветствую снова наших друзей, наших подписчиков на нашем канале. Одновременно хочу поздравить вас всех, друзья, с наступающим Новым годом. Сегодня, как вы видите, идет сборка кухонного дивана, недорогого. Тут кое-что уже я сделал. Вот такая спинка будет установлена на таких столбиках. Эти столбики обычные ножки 10 размера. И вот здесь вот сейчас мы найдем отверстие, просверлим вот такие болты, которые будут держать основные два болта, которые будут держать нашу спинку. И вот, как вы видите, отверстие я уже рассверлил, друзья. Немножечко подогнал под болты. Все у нас заходит на свои места. Так. И вот эти ножки у нас будут разбираться и нарезаться вот такая штанга, вот, метровая штанга, диаметр 8 миллиметров у нее, будет нарезаться по 20 сантиметров на 4 части, вот 4 ноги, 4 столбика. И этого будет вполне достаточно, чтобы вот эта спинка у нас была жестко закреплена. Итак, друзья, вы можете видеть уже готовый результат каркаса нашего будущего дивана. Остается его обклеить только ППО и обтянуть тканью. Всем, кому понравилось, подписываемся на наш канал, ставим пальцы. До новых встреч!